Сейчас иду на почту забирать коня. Надо коня привезти домой. Ходит пицца из Алиэкспресса. Подошел к почте России. Время 9 часов почти. Никого нет. Я буду первый. Иду домой. Дует сильный ветер. Но ничего. Тебе, чтобы этот конь понравился дочке. Посмотрим, сейчас мы спокойно его. В 9 часов приходишь на почту, очереди никакой нету. Великолепно. Быстренько все прибежал, сделал, принес. Привел коня. Еще посмотрим, что за конь, который 2,5 месяца ехал в Китай. Я же думал, его где-то сдуло. Потерялся. Кто-то отжал. Ну вот, приехал. В январе заказал, в апреле приехал. Так, приехал. Так, начинаем распаковку игрушки. Сейчас посмотрим, какой кровохай такой. Запаковали конкретно. Та-дам. Так. Вот. Пришел коня. Такой конь. Красивый. Крепление, чтобы вешать. Выиграем мушечки. Даже этикетка какая-то есть. Made in China от 0 плюс. Вот. Вот такой конь. Зеркальце целое. Этикеточка. Вот такой чистенький, приятненький. Яблочко фрутоняня. Очень вкусно, но ребенок аж прям от кислоты прям аж глаза закрывает. Мне кажется, это издевательство, кормить фрутоняня яблоком. Нет, не надо так. Нет, ну почему? Может, это наше личное мнение. Мы видим реакцию ребенка, что. Ну, кислый. Ну а другим, может, кисленькое нравится. Не знаю, нашему ребенку не нравится это кисленькое фрутоняня. Вошло, что ли? Да. Ты главное не облизывай, глотай. Даже у меня все передергивается. Аж мурашки побежали по телу. Вспомнил кислый лимон, сразу слюна выделилась. Не, ну может кислое полезно, там витамины есть. Витамин С. Что-то сомневаюсь, ебать витамин С в большом количестве. Выварено в таком. Смородина была бы кислая, понимаю. Не, значит, надо попробовать другую фирму купить, все послаще. Может, другие сорта использовать, да это вообще. Мне кажется, здесь Антоновка. Недозрелая.
обычно пюрешки-то вообще едят такие. Да, пюрешки обычно всегда едят без проблем любые. Пьешь водичку? Опа, потеряла. Да, давай, ну что, три гладко сделаем, то хорошо. Ну, смотри, пьет жажда. Пьем воду, не разговариваем. Чтобы было все нормально, нет. Комбез синий, да? Розовая шапочка, розовая кофточка. И кислотно-голубо-синий комбинезон. На улице плюс 6. Я что-то думаю... Ну, ты не замерзнешь. Прям видно по тебе, чтобы быть тебе тепло. Лучше просохнуть, чем замерзнуть. Но он тебе прям явно велик. Ну ничего, нормально. Ты главное на нем лежать. Он как болтыхается. Зато свободно. Воздух будет свободно много. О, даже не сходится. Толстая. А, нет, сошлось. Ку-ку. Вот так вот коляска в лифт ходит. Я тут стою вообще с краю. Как вам сказать, вот так вот. Еле вмещаюсь. То есть вот так приподнята чуть-чуть коляска. Так, едем вниз. Здесь должно вмещаться 5 человек, 400 килограмм. Ну, здесь реально обычных людей вмещается 3 человека. Ну, все, приехали. Выходим. Что за звуки? Зачем дешево? 1200 это. Это, конечно, да. Очень дешевое молоко. Дешевую приправу в Пятерочке. 64 рубля, 38 грамм. Да. 125, 89, 155. Да, цены, конечно, здесь. Это здесь дешево, но там здесь 20 грамм, 26 рублей, ну, дорого, то есть 52 рубля, да, даже дороже получается. Главное, производители прячут.
Объем. Объем и здесь. Все остальное дорого. Привет! Ну чё, нагулялись? Пришли? Ну, в таких вот штанишках были. В такой вот шапочке. Да, красивая шапочка, да? Поспали. Сегодня спали до без 15-11. И сейчас еще часа полтора поспали на улице. Еще пока светло, наверное, около 3. Красотища, да? Какие у Вероники шапочки красивые. Да? Что там, мам стоит? Да, да, не хочу прям было сказать. Сегодня проснулся уже взрослый. Это штанички твои, да. Ну, ты можешь сама одевать, если хочешь. Если сможешь. Давай свои штаны. Все, убираем штаны. Позируем. Помогай, да, помогай маме. Раскладывай вот тогда аккуратно. Давай сейчас помоги маме ковчик сложить. Так, купил сегодня в Пятерочке вот такой куличик за 159 рублей. Коломенский. Так. Освящено православной церкви. Производство освящено православной церкви. Уже все готово. Даже ничего делать не надо, не ходить в церковь. Так, вес этого кулича 400 грамм. Такой прям увесистый. Сейчас будем кушать. Сделали вот такой бордюрчик на всякий случай. Вот. Ну, естественно, мы всегда смотрим за ребенком. Не отходим. Да? Да. Такая игрушка играет. Интересно. Кулич. Ты знаешь, освещенный. Пахнет сладким-то. Вот этот вот птичий корм мне. Он уже обмок, видишь, там. Я не знаю, зачем ему это крошка. Это лучше будет. Красивый.
Даже не знаешь, как рыбу. Потолще режь. А? На вашу борту умещался. Ой, ничего себе. Плотный. Ну, 400 грамм. Он здоровый. Куличок. 159 рублей. Ой, даже не достаю вот этот нож. Даже нож. Так, а сегодня у нас праздник или завтра? Завтра. А зачем мы сегодня едим? А чё? Чё, они у тебя нету? Ну, слушай, можешь не есть. Можешь подумать... Давай Новый год сегодня встретим, ты, весной, ты, а чё? Ты прям постился, я придётся вскрыть это дело. Конечно, вскрывай. Ой, страшный такой стал. Да, а поэтому они это и оставили. Да. А чтобы не развалился. Ты знаешь, он не развалился, но не спрятался. Ну и да. Что ты сделала? Ты можешь отрезать нормально? Ну, классный кусочек. Дрожжи не пожалею. Изюм мы тоже. Изюм, видимо, тесто, видишь, мало, он весь почему-то на дне практически изюм. Да и не заболтали, утонул. Да он там, да. Ну, давай, да. Пробуй. Пробуй. Ну, сладкий. Сахара тоже не пожалею. Мы сейчас тоже попробуем. Вкусный. Прям. Так, ты зачем много сюда ставишь? Прям вкусный. Я надкусил прям. Но не рыхлёный. Пойдёт, сейчас чайком заточим. Сегодня сходил за детским питанием, взял брокколи, кабачки, сочное яблочко. Одно яблочко взял бабушкино лукошко попробовать, чернослив. Вот столько тут баночек на 900 рублей. Средняя цена вот это брокколи, вот такая баночка примерно стоит по 31 рублю. Вот такие дела. Это была акция. Стоили они 42 рубля. Вот такая штука, 42 рубля. В пятерочке намного дороже. Покажу чуть попозже. Казачок 45 рублей. Брокколи стоит 29 рублей 30 копеек. 29 рублей. Сочное яблоко стоит 36 рублей, 120 грамм, чернослив стоит 33 рубля 75 копеек, брокколи стоит 29 рублей 30 копеек, кабачок стоит 30 рублей. Акция, поэтому все классно. 47 рублей стоит. Самое дешевое это было в пятерочке. В магните там был чуть подороже. Я же не могу найти самое дешевое молоко нигде. Ну, взял такое, то есть просто беру самое дешевое. 1.5%. В принципе, уже все равно на вкус примерно все одинаковое, просто цена разная. До 19 года может храниться. А сейчас 18 год. Апрель. 4 месяц. Ровно год может лежать. Запас. Но мы его за неделю выпьем. Стоит 150 рублей одна штука. Такие ручки прикольные здесь сбоку есть у каждого контейнера. Будем укладывать сюда какие-то вещи, мелочи, инструменты и тому подобное. Взял туалетную бумагу. Вот такая пачка большая. 203 рубля. То есть бумага стала дорогая, туалетная. Подпишись на наш канал, папа, я, и получай новые интересные видео.